Всем привет, мои хорошие, начинаю новый влог. Начнем мы его с вами с обзора посылочки натуральной, очень интересной косметики. Пришла вот такая посылочка The Natural. Это натуральная косметика, без СЛС, парабенов и так далее, без всяких вредных компонентов. Производитель обещает, что у нее накопительный эффект. Так давайте вместе посылочку открывать и смотреть. Вот, девчонки, называется бренд. Я вам ссылочку на сайт оставлю и на... С бесплатной доставкой можно заказать на Озон, Wildberries и Fofresh. Так, сейчас я вскрою, и мы с вами посмотрим. Вот такая вот коробочка красоты. Как всегда, не с той стороны вскрыла, но ничего, это бывает. Так, первое, это масочка у нас. Активация роста. Натуральная маска, экстракт граната, аира, меда, алоэ, розовая вода, масло сандала, амаранта, конопляная, касторовая, без СЛС, пек, парабенов, силиконов и минеральных масел. 99 Naturals. Очень здорово. Информация. Так, стимулирует рост новых волос. Я надеюсь, она будет здорово улучшать кровообращение. Это никогда не помешает волосы отращивать. Здесь у нас и витаминчики с вами. Витамины группы В, кстати, вообще супер для волос. Так, состав. Девчонки, где нам посмотреть состав с вами? Где нам посмотреть состав? А, вот он на дне. Так, сроки годности до 9.23. Вот он состав. Нажимайте на паузу, кому интересно. Я вижу огромное количество масел и экстрактов, действительно натуральных. И вскрытый может баночка храниться всего 3 месяца. Смотрите, не тестируется на животных. И экологичная упаковка. Так, вот такая маска. Аромат классный. Слушайте, смотрите. Вот она сама масочка. Очень густая. Это потрясающе. Она даже не переваливается, ничего, да? Ой, какой аромат божественный. Розы, что ли, пахнет. Так, что у нас здесь? Мед чувств. Розовая вода, да. Вы знаете, у меня были из Болгарии духи на розовой воде. Вот это прям так же пахнет. Прям розовой водой, натуральной. Вообще супер. Классно. Так, будем масочку с вами тестировать. Поехали дальше. Следующий продукт. Все переложено, чтобы ничего при транспортировке у нас с вами... Не понялось. Один продукт тут даже в пакетике у нас с вами. Это натуральная кофейная маска гамаш для лица. Отборный бразильский кофе, экстракт апельсина, папайя, лотоса. То же самое, без пек, парабенов, силиконов, минеральных масел. 99 Natural. Это я ножом, кстати, порезала, пока вскрывала упаковку. Так, тоже экологичная упаковка, не тестируется на животных. И вот, кому интересно, состав. На первом месте у нас сахар, потом молотый кофе, фруктовые экстракты различные и витамины. И, в принципе, все, девчонки. Срок годности и открытая упаковочка. Насколько может с вами храниться? Тоже 3 месяца. Видите, сроки короткие вскрытия, после вскрытия. Так, вот сама масочка. Вот как она выглядит. Экологичные упаковочки, да? И, кстати, в основном они используют стекло, но не для таких продуктов, для сывороток и так далее. У них в стекле идут продукты. Сейчас откроем. Выглядит масочка. Действительно, сахар, кофе основа. Такая она густая. И обалденно пахнущая. В основном аромат кофе. Ну, не ярко прям выраженный, то есть в нос не бьет, очень деликатный, вкусненький. Следующий продукт – это вот такой натуральный тоник с лифтинг-эффектом. Брала линеечку Anti-Age. Ухода там много на выбор. Экстракт чабреца, душицы, комплекс аминокислот. Такая бутылочка, пластик. Здесь у нас с вами вот состав. Много экстрактов. Вскрытая баночка тоже у нас с вами 3 месяца всего лишь годно. Большой объем. Здесь у нас сколько миллилитров? 250. То есть он действительно большой. Вот такая заглушка. И сейчас попробую на руку прозрачный тоник. Ой, аромат каких-то цветочков, девчонки. Аромат цветочков, он как водичка. Стекает. Стерла по руке, аромат вообще обалденный. Так, следующий продукт у нас с вами... Это вот такая вот натуральная маска для лица с лифтинг-эффектом. Очень хотелось мне ее попробовать. Здесь пюре смородины, сок вишни, экстракт ромашки, мать и мачеха, одуванчик, клубники, без пек, парабенов, силиконов, минеральных масел. Так, состав, кому интересно. Можете на паузу нажать, почитать. Состав обалденный. Вот как выглядит эта масочка. У нее такой слегка сиреневый оттенок, ну как смородинка. И пахнет она божественно. Есть аромат черной смородины и клубники, вот ягодками. Но сильно, опять же, в нос не бьет. Она густая, тоже у нее расход будет, я думаю, маленький. Она очень густая, не перекатывается, не переливается. Будем тестировать. Так, следующий продукт у нас с вами.
Взяла вот такую вот натуральную эссенцию стартера для лица. Это что-то типа среднее между сывороткой и тоником. Да? Она у нас перед кремом идет. Тоже антивозрастной экстракт. Фокус медуницы, сабельника, пижма, витамин С. Кстати, витамин С обожаю, вы знаете уже, это классный антивозрастной такой компонент в составе косметики. Так, растительный сквалан. Состав. Фокус. Фокус. Так, состав, девчонки, кому интересно. И сейчас потестируем по аромату. Эти аромат обалденный. Какой-то вот чистоты. Чистоты травок. Косметический такой приятный. Ну, не косметический, а натуральный. Каких-то цветочков. Цветочной воды какой-то. Прям вот вкусно. Наверное, это медуница, мне кажется, так пахнет. Вообще обалденно. Так, и последний продукт в этом заказе. Это у меня натуральный мицеллярный гель для снятия макияжа. Здесь у нас алоэ вера, цветочная вода, роза, экстракт календулы, пшеницы. Тоже 99 Natural с удобным вот таким вот дозатором. И состав. Состав тоже классный. Нанесите мицеллярный гель на ватный диск и легкими движениями удалите макияж с глаз. Но я обычно гель без диска использую. Для более выраженного эффекта применять в комплексном уходе с тоником для лица. Что мы с вами будем делать? Так, сейчас по аромату. Геля много. 250 миллилитров. Так, он у нас прозрачный. Такой, да. И достаточно густой, смотрите. Видите? Даже не стекает. Даже не стекает. Очень густой гель. По аромату похож немножко на стартер, но менее выраженный аромат. Цветочки, травки, вот что-то такое классный. А душки очень приятные, нравятся. Так, ну все, вот такой у меня заказик натуральной косметики, очень симпатичненький. Будем с вами все тестировать. Ну что, девчонки, приступаем к затесту. Первый продукт у нас с вами, естественно, будет натуральный мицеллярный гель для снятия макияжа. Я предлагаю слегка смочить лицо. И мокрыми руками, так, сейчас откроем с вами дозатор, опен у нас в эту сторону. Сейчас. У меня всегда вот с такими дозаторами проблема. Я с ними не дружу, не с дозаторами вот именно, а чтобы их открыть. Все. Так, опять заново мочу лицо, руки. Выдавливаем с вами продукт на руку несколько. Нажатие не отдушки, очень классные. И прям чувствуется, что гель натуральный, он такой, знаете... Как сопливица, что ли. Ну, кто пробовал натуральную косметику, тот понимает, о чем я говорю. Натуральный гель отличается от других. Сейчас мы как следует с вами очистим лицо, потому что у меня здесь и тональное средство, и скульптор. Ага, хорошо снимает уже. Гель окрасился в тональное средство. Угу. Ну, с лица, по крайней мере, пока. Так. И с глаз попробуем. Хотя с глаз, конечно, нужно было мицелляркой начать. Но мы с вами тестируем по полной. Так. Насколько хорошо он. Я опять ничего не вижу, девчонки, а вы все видите. Растворяет тушь. Там у меня и тени, и карандаш. Достаточно стойкий. Так. Все, девчонки, я пошла смывать. Так, ну что, смыла. И смотрите, натуральные вообще продукты, они обычно... Ну, скажем так, плохо смывает макияж с глаз, да? Достаточно стойкий макияж. Здесь все идеально. Вообще потрясающе. И самое интересное, что поры чистые. Вот у меня не от каждого продукта такое бывает. Знаете, такой легкий выбеливающий эффект, что ли. Выбеливающий, выравнивающий. Поры прям белые. Они все чистые. Потрясающе. В общем, мне очень понравилось. И не скажу, что до скрипа он кожу не пересушивает тактильно. Она очень мягенькая. А легкое увлажнение, не скажу там, что супер питание какое-то, отнюдь нет, конечно, но легкое увлажнение и слегка матирующий эффект, да? Но сухости нигде я не ощущаю, сейчас кожа у меня в хорошем, в нормальном состоянии. Так, следующий этап у нас с вами тоник. Какой тоник? Нет, девчонки, я вас обманываю, это потом. Теперь мы с вами маску гамаш будем тестировать, кофейную. Маску гамаш. Так, сейчас открою ее полностью. Опачки, слюду снимем. Так, я думаю, нам тоже нужно немножко увлажнить лицо. Я люблю такие продукты применять и на лицо, вы знаете. Ой, не падай. Вот он. И наносим на лицо. Я боюсь, сейчас будет, да, будет крошиться, девчонки. Я чуть-чуть над ванной сейчас. Крошится. Он достаточно такой сухой. Крошится. Вот видите, ой, запах кофе прям обалденный. Вот этот продукт, его с утра хорошо.
бодрить будет. В общем, вот так выглядит на лице. Он такой суховатый. Сюда, чтобы он не сыпался, можно добавить еще какой-нибудь гель, но тогда не будет эффекта такого, какой хочется, да? Поэтому сейчас я немножко поскрабирую лицо, над ванной к вам вернусь. Ой, красота, потерла, немножко даже лицо покраснело. Но я так люблю, моя кожа любит такой уход. Так, что у нас по факту? Мы с вами еще лучше очистили кожу. Вы знаете, насколько я люблю кофе в косметических продуктах для тела или для лица. Даже есть отдельное видео на эту тему. Потому что кофе мощный антиоксидант, и он на кожу очень благотворно влияет, очень. Здесь у нас натуральный кофе, что само по себе потрясающе. Кожа очень чистая, практически уже до скрипа, но опять нет излишней какой-то сухости. Есть какой-то лоск от того, что мы ее слегка наполировали. Да? Следующим этапом у нас с вами идет маска с лифтинг-эффектом со смородинкой. Так, сейчас я ее тоже до конца открою. А выдерживать мы ее с вами будем, вот даже вот так, смотрите, переверну, буду читать, она не вывалится. А нанести слоем 1-2 мм на очищенную кожу лица и шеи, выдержать 10-15 минут. На шею сейчас наносить не буду, потому что в формате видеосъемки это не очень удобно. Потом, когда ванну буду принимать, на 10-15 минут, ну классически. Такая она густая, как сметанка, даже как густой йогурт, и она божественно пахнет. Ох, как она, девочки, пахнет, знаете, как черная смородина со сливками. Как-то вот так. Обалденно. Сейчас как раз после скраба у нас кожа успокоится. Я люблю больше всего наносить маски руками. Вот хоть что со мной вы делаете, все равно. Вот эти лопаточки все для эстетичного вида, это мега неудобно. Ну, на мой взгляд. Так. Руками и нанесешь там, где надо. И как тебе надо. Такие продукты кремовые. Я наношу и на веки. Обязательно. Их тоже нужно питать. Не надо мне, пожалуйста, писать в комментариях, что так нельзя. Мне 36 лет, и слава богу, моя кожа выглядит отлично. И уже лет 20 я работаю с ней именно таким образом. Все мы разные, да? Так. Масочку нанесли. Красота. Она прям по ощущениям, как маска сливки. Однозначно будет какой-то питательный элемент. Что нужно для возрастной кожи, да? Хорошее увлажнение и питание. Вот здесь именно то, что нужно. Она как маска сливки, знаете, похож по консистенции маска сливки Бионика от Faberlic. Вот она такая, сливки, сметана, густая, питательная, это чувствуется. Все, хожу 15 минут, потом к вам возвращаюсь, будем смывать. Прошло 15 минут, и смотрите, большую часть маски моя кожа просто съела. Напиталась по полной программе. Я буду смывать ее, где мой спонж, моим любимым спонжиком. И посмотрим с вами, насколько хорошо она напитала кожу. Прям как сметанка. Класс. Смывается маска хорошо, несмотря на свою такую густую консистенцию. И вы знаете, лицо действительно очень напитанное. Сглаживаются мелкие мимические, даже когда прищуриваюсь, их практически не видно. Оно реально напитанное. Кожа очень упругая, как будто после гелевой маски. Вот у меня такая упругость бывает, как после гелевых масок. Она действительно упругая кожа. Тон лица выровнен, она чистая. Конечно, мы ее с вами так хорошо очистили. И оно напитанное. Как бархатное такое лицо. Мы отшлифовали, напитали. Вообще красота. Без какого-либо утяжеления, жирности, да, от продукта. Но оно реально напитанное. Как будто вот мы с вами маслами ее смазали, потом масло смыли. Мне очень нравится эффект. Я люблю сейчас такие кремовые маски, потому что лицо, если у меня было раньше жирное, я его постоянно подсушивала. То сейчас наоборот. Я его стараюсь питать и увлажнять, потому что кожа уже все-таки возрастная. И это именно то, что ей нужно. Мне очень понравилась масочка. Я такие сейчас обожаю. Дальше у нас с вами натуральный тоник. Взяла ватный диск. И пройдемся по коже лица. Ой, тоже классная ножка. Что-то напоминает прям какое-то растение. Тоник, протонизируем кожу. Если бы мы не делали маску, у нас бы этот этап был после очищения, да? Вот Кристюшка песни поет. Так, протонизировали. Все с вами протонизировали, красота. Липкости от тоника нет, хотя мы с вами знаем, что от натуральных тоников липкость бывает. Мы уже научены горьким опытом, здесь никакой липкости нет. Все прекрасно. И мы ее действительно протонизировали. Видите, небольшое сияние такое получилось. Классно. Слушайте, мне нравится. Ой, душка приятная.
Здорово, вообще очень здорово. Хотя нет, легкая липкость есть, но она совершенно, ну, как бы не доставляет никакого дискомфорта. Совсем вот легенькая сейчас, когда начинает впитываться, в некоторых местах, где уже впитался, ее нету. Следующий этап у нас с вами эссенция стартер. Что-то типа сыворотки, да? Я вам уже говорила. Так, у нас способ применения. Встряхнуть баллон, да, потому что продукт натуральный. Распылить эссенцию стартер на кожу лица за 3 секунды после умывания для более эффективного воздействия. Ничего себе, представляете? Вот когда маску делать не буду, буду так делать обязательно. За 3 секунды после умывания сразу. Далее использовать крем или сыворотку для лица. Встряхиваем, распыляем. Ну, как приятненько. Как я люблю вот такие продукты с распылителем. Это быстро, это удобно, это приятно. Ой, какая красота и запах классный. Так, по консистенции. Ну, это, конечно, не сыворотка густая. Но такая консистенция и не вода. Надо на руку распылить, посмотреть. А, обалденный аромат. Вот у эссенции самый обалденный аромат. То есть чуть погуще, чем водичка, да, консистенция. И такой эффект, знаете, увлажнения. Сейчас она начинает на лице подсыхать, и мы видим уже, что кожа увлажненная, она сияет, да? Причем не то, что увлажненная, а сиянием. Как будто там светоотражающие частички. Но их там, конечно, нет. Это косметика натуральная. Видимо, за счет каких-то компонентов, ингредиентов. У кожи такой здоровый, сияющий вид, да? Отдохнувший. Слушайте, мне нравится. Мне пока очень нравится. Липкости от этой эссенции совсем-совсем чуть-чуть. Я думаю, сейчас она впитается. Через 2-3 минутки ее не будет. Вот эти совсем чуть-чуть. По факту уход очень достойный. Сейчас я нанесу свой кремушек. Крем я не взяла. Мне хотелось именно вот эти продукты потестировать. Но еще, конечно, крема натурального в этом уходе не хватает. Но, возможно, в следующий раз. Чтобы прям был комплекс. Да? Очень достойный уход. Девчонки, мне понравилось. По ценовой категории, я бы сказала, ценовая категория чуть выше среднего. По 200 с чем-то рублей продукта. Ну, даже кто-то скажет, что это бюджетная косметика, кто-то скажет, что средней ценовой категории. Если читать их составы, то косметика с такими составами стоит обычно дороже. Поэтому меня, в принципе, все устроило. Нам с вами осталось только протестировать масочку для волос, активизация роста, чем обязательно займемся в ближайшее время. А пока меня прям все устраивает, моя кожа все очень хорошо чувствует. Просто замечательно. Отличный уход. Мне кажется, я вот этот даже гель, который для снятия макияжа, здесь в составе никаких агрессивных компонентов нет. Нет. Я его, да, витаминчики, все нормально вообще. Я его даже Ксюше разрешу применять. Я в основном вот такие натуральные продукты ей и даю пользоваться. Ну, сама пользуюсь и ей даю. Баллончик большой, быстро с ней вдвоем добьем. Потому что гель классный. Несмотря на то, что он для снятия макияжа, там состав потрясающий. Поэтому я думаю, Ксюше 8 лет вполне он зайдет. Потому что я пока очень довольна, мне нравится. Могу смело вам рекомендовать эту марку. Никаких нареканий. Все понравилось. Особенно вот масочка вот эта, девчонки, вообще бомба. Прям настолько питательная. Это здорово для возрастной кожи. Прям вообще супер. Так, ну и все. Потом только маска для волос. Нанесла масочку на волосы. Промыла волосы, нанесла. И уже держу, наверное, минут 10. Здесь по инструкции 5 минут. Но я хочу побольше. Что хочу сказать. Аромат розы прям на всю квартиру. Вот кто любит розу. Розовая вода, да? Она не печет. Она абсолютно комфортна. Она стимулирует рост, видимо, за счет других компонентов, без всяких агрессивных, то есть жгучий перец и так далее. И когда ее наносила, после шампуня волосы были слегка запутанные, она разглаживает их. Но это разглаживание такое не силиконовое. Вот кто любит силиконовые бальзамы и маски, тот понимает, о чем я говорю. Но оно действительно есть разглаживание. Я буду держать еще минут 15, наверное, точно. Люблю маски на волосах держать по максимуму. А потом уже смою и расскажу вам про результат. Что, девчонки, снимаю уже на улице, и я очень довольна. Смотрите на состояние волос. Я прям очень довольна, с учетом того, что это натуральная маска, вообще красота. Волосы объемные какие-то, они как шелковые, они блестят, вообще очень здорово. Состояние моих волос хорошо, что не отвалились. Поэтому натуральные маски, я на них даже надежды не возлагаю, но здесь прям очень достойненько. Очень понравилась масочка. Супер. Ой, девчонки, у нас лезут 3 зуба. Сегодня проснулась и смотрю, у Мелкой из одного носика водичка течет. Думаю, господи, ну откуда сопли? Ну, Ксюша может, конечно, принести с 2 детьми. Я понимаю, что это все
Возможно, прозрачная водичка. Ну ладно, течет. Нашла физраствор. Шприц маленький, закапываю в носик, промываю физраствором. И думаю, дай залезу, посмотрю зубы. Ну, кто не знает, у нас в 3,5 месяца вылез первый зуб. Остальных пока не было, тишина. Я залезаю в рот, а там уже верхний из десны торчит один. И два нижних на подходе, которые рядом с тем, который вылез, передний и боковой. Вообще, это просто шок. В таком количестве и так рано я никогда бы не подумала. И так быстро, и 3 за раз. В общем, она бедная, как-то стойко это все выдерживает, без каких-либо изменений в поведении, в сне и так далее. Но все равно сейчас пойду куплю ей Дентинорм Бэйб, потому что мне с Ксюшей очень нравилась эта гомеопатия. Никакие мазюкалки ни одна не помогала. Вот. Ну, более-менее комистат, он посильней. Остальные вообще как вода. Сейчас пойдем в аптеку, куплю Дентинорм Бэйб все-таки, чтобы не сильно болела. Она хоть и стойко выдерживает, но хочется ей облегчить. А сейчас, девчонки, буду красить волосы хной еще раз. Вы многие спрашивали про то, как она держится, про результат и так далее. Многие, кстати, в комментариях написали, что потом никакой краской не покрасишься. 3 месяца. Иначе может получиться зеленый цвет. Я не планирую, мне устраивает. И знаете, мне устраивает то, какой он сейчас цвет. Вот он такой с красно-розовым отливом, но благородный, не сильно яркий, в глаза не бросается. Прямо вот сейчас обалденный, просто обалденный. Но мне надо покрасить корни, потому что уже 1 сантиметр они точно отросли, они седые. Вот. И мы сейчас немножко обновим с вами результат. Сколько раз я уже помыла голову, то есть до такого цвета, через сколько смылась? Минимум 8, девчонки, 8-10 раз. После покраски хной я уже помыла волосы. И я тащусь вот от этого цвета просто. Я сейчас попробую добавить немножко совсем бургунда. Кто не смотрел или не помнит, у нас с вами фитокосметик Бургунд. Плюс 7-3, тоже фитокосметик, но вот такая. 7-3 это у нас карамель. Вот. Я сейчас в основном карамель добавлю. И бургунда прям чуть-чуть, потому что в прошлый раз я его много налила. И мы с вами были такие огненно-красные. Наверное, всю карамель я выливаю по ходу дела. Потому что ее тут осталось не сильно много. И буду протягивать. Буду делать на грязные волосы. Сейчас я за кадром вот эти вот звуки поиздаю. Да, ее тут не сильно много осталось. И бургунда. Бургунд вообще классный оттенок. Почему на грязные дело? Потому что хочу потом помыть голову, чтобы у меня хна с головы смылась хоть. Так, ну сколько, я не знаю. Вот так все хватит. То сейчас опять. Ну, скорее всего, я опять буду красная. Ну ладно. Потом помыть хочу голову после хны, чтобы отмыть краску, масочку сделать и так далее. Получилось мало, но я сейчас протяну. Сейчас протяну, как смогу. Буду кисточкой по корням. Мне главное корни покрасить, а потом, в принципе, я проэмульгирую на остальные волосы. Но так не хочется сейчас, но корни уже прям сильно седые. Их видно. Уже видно, их много. Так что погнала. Буду сейчас по проборам наносить на корни и потом протягивать. Закрашивает ли она седину? Да, у меня закрашивает. Поэтому я пока с хны вообще уходить на краски не хочу. Красота. Нанесла на корни. Собственно говоря, на корни ее только не хватило. Сейчас 15 минут выдерживаю на корнях. И буду, наверное, мочить волосы. И добавлю немножко шампуня. Вспеню все это дело на волосах с шампунем. И подержу еще 10 минут. Таким образом. И потом смою. И покажу вам, что получилось. Надо было еще заказывать. Я думала, у меня больше осталось. Не, ну в принципе, по-хорошему. В тот раз я много израсходовала. Вот этой вот банки на 2 раза. Это нормально. Да? Девчонки, еще некоторые писали, что хна тоже по факту сушит волосы. Но я не думаю, все равно не так, как краска. У меня, кстати, не сушит. У меня, наоборот, корни стали жирниться. Волосы мои вернулись к прежнему состоянию. У меня всегда всю жизнь корни были жирные у волос. Кожа головы выделяла прилично себума. И вот сейчас то же самое, потому что я ее не жгу аммиаком, да, ничем. Пока оттирается, надо оттирать, потому что хна очень ядреная. Так, вот тут еще подзакрасим. Ага. Вот. А так меня все пока устраивает, девчонки. Я получаю результат, который я хочу, без краски. И даже когда я красилась в красные оттенки, краской любой, а я
много в какие красные оттенки и много какими красками красилась, да? Не была она такой стойкой. Она сразу смывалась в какой-то некрасивый цвет уже на вторую, на третью помывку. А здесь у меня все достойно. Поэтому, конечно, я остаюсь пока с хной. Ну ладно, девчонки, все сделаю, потом вам все покажу. Чуть-чуть намочила волосы, вспенила их шампунем. Уже пены не видно. И всю длину, так как следует, пожмакала. Лоб опять оттирать надо. Вот. Надеюсь, нормально получится. Не, ну корни по-любому будут ярче, чем кончики, да? Кончики у меня и были светлее, мне это, в принципе, устраивает. Сейчас, наверное, скоро пойду смывать, а то я прям сильно яркая опять. Ну и вот результат. Посушилась, освежила цвет. Ядрёно-красный я не стала, потому что бургунды, да, добавила чуть-чуть. Просто освежила цвет. Корни закрасились, они немножко темнее, но мне так нравится. Вообще, когда корни темнее, это гораздо лучше. Объема на голове сразу визуально больше, да? И вообще эстетически смотрится лучше. Вот. Ну, по всей длине почти одинаковые, корни, кончики немножко посветлее. В общем, я довольна. Вот так буду периодически освежать, наверное, даже не всю голову, да, красить, чтобы сохранить тот цвет, который я люблю, не уйти совсем в красный. Закажу себе еще 7-3, буду добавлять туда чуть-чуть бургунда и вот так вот краситься. В принципе, седина закрашивается нормально. Она светлее, но она окрашенная. Не знаю, посмотрю, как сейчас в этот раз после такого вот метода седые корни мои будут видны, как быстро смоются. Но пока мне все нравится, собираюсь оставаться на хне. Вот так, девчонки. Я довольна. Ну и на этом влог буду заканчивать. Если вам было интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я всех очень люблю. Всем пока-пока.